Всем привет! Хочу сегодня вам показать и похвалиться своей покупкой, приобретенной в магазине Пятерочка. Наверное, у всех есть вот такие вот карты. Карта-выручайка называется. Очень, кстати, удобно. При накоплении баллов можно рассчитываться этой картой за товар. А у нас этот раз была такая акция при покупке товара от 200 рублей на вот эту карту начислялась одна наклеечка. И мы накопили 90 наклеечек. И приобрели вот такой нож. Лезвие ножа 13,5 сантиметра. Ширина ножа 5,3 сантиметра. Очень удобная ручка. Лезвие очень тонкое, очень острое. Вот. Там есть и ножницы, и подставка под ножи. Но вот мне захотелось такой нож. Есть и лезвие больше, больше с размерами. Но я не люблю сильно большие ножи, люблю вот такие маленькие. А вперед мы покупали вот такой нож, тоже только на 40 наклеечек. Ну, этот нож уже не раз мелькал у меня в роликах. Острый, хороший. Сейчас я вам покажу, как он режет. Легко и непринужденно. Я еще раз повторяю, это не реклама, это просто я хвалюсь приобретением Пятерочки. Продаются ножи вот в таких коробочках, коробочка-футляр. Очень удобно. Сейчас откроем. Кто купит такие наклеечки, я вам советую приобретать такие ножи. Называется маленький нож Сантоку. И здесь написано, что где русский? В посудомоечной машине его не рекомендуется мыть. Так, где-то я видела русский язык. Сейчас. Нигде не найду, что его посуду. А вот, несмотря на то, что ножи можно мыть в посудомоечной машине, рекомендуется мыть их вручную. Вот. Что-то не фокусируется. Вот. Вот такая у нас покупочка сегодня была. Такие ножи и в свободном продаже, в свободной продаже были. Ну вот, мне захотелось накопить на них наклеечки и купить. Ну, на этом мои покупки не закончились. Сейчас я вам еще покажу покупки. Так, еще не сказала, что это ножи китайские. Произведено в Китае. Сейчас найдем. Вот, Made in China. Внимание, беречь от детей. Нож на самом деле очень острый. Не знаю, как дальше вот этот нож будет в эксплуатации. Но эти ножи очень хорошие. Покупки вот такой пряжи я еще купила. Вы не поверите. Я когда увидела, что у нас такая пряжа стала продаваться, я честно удивилась, потому что я такую пряжу лет 7-8 у нас в магазинах не видела. Это мохер, 60% мохер, 20% шерсть и 20% акрил вискоза. В клубочках
50 грамм, 100 метров. Я из такой пряжи недавно показывала, вязала для малышки носочки, только в другом цвете, кофейном. И весной я вязала из такой же вот камея махер, вязала женщине кардиганчик, тоже только в другом цвете. Но вот я увидела, мне понравился, я купила. Буду вязать варюшки. Он такой мягкий. Ну, конечно, эта покупка у меня на этом не закончилась. Если я зашла в магазин для рукоделия, я просто оттуда уйти не могу без пряжи. Я еще купила, извиняюсь, что покупку. Еще купила вот такой пряжи кроха, пряжи из Троицка. Купила 3 клубочка. Пряжа 20% шерсти, 80% акрил. Я такой пряжей работала уже. Мне заказывали детский костюмчик, я вязала, только в другом цвете. Да, осталась довольна. Она в исполнении очень хорошо выглядит, смотрится. Это клубочки продаются по 50 грамм, 135 метров. Ну, наверное, наша вязальщица знакома с такой пряжей. Цвет секционный. Вот. Купила 3 клубочка. 3 клубочка, 3 моточка. Потом что-нибудь свяжу. А это какой цвет? Что-то даже цвет не могу найти где. Ни цвет названия, ни цвет номера. Ничего найти не могу. Не могу найти, где цвет. Подскажите, где в этой пряже цвет? Пишут. В обратной стороне тоже ничего нет. Сижу, девчонки, мальчишки на кухне. Жду, когда приготовиться и бежать в огород. Вот такие вот у меня сегодня покупки совершила. Ну, там еще много покупок разных. Это такое, как бытовая химия, некоторые продукты, сладости, без них никуда. Вот так. Ну, все, на этом я с вами прощаюсь. Что будет интересно, еще сниму.